Знаете, это традиция нашей семьи, которая появилась еще в советские времена, когда мы всей семьей ходили голосовать. Это была такая хорошая традиция, объединяющая, потому что мы собирались родственниками после этого, обсуждали, строили какие-то планы. Поэтому я считаю, что очень важно формировать такую традицию в каждой семье. Дело в том, что каждый выбор – это определенные настроения на период будущего, когда что-то будет происходить. Это наши надежды, это возможность его создавать. При этом уже со временем я понял, что слепой выбор, он не нужен. Я голосую за те идеи, за те преобразования, которые нам предлагаются. 12 декабря я обязательно пойду на выборы президента Приднестровской Молдавской Республики.